Более 500 детей-сирот в Нижегородской области в этом году отметят новоселье. По данным регионального министерства социальной политики, квадратные метры для данной категории граждан приобретаются как на территории Нижнего Новгорода, так и в районах области. Ранее губернатор Глеб Никитин отмечал, что на покупку жилья для детей-сирот выделено около 1 миллиарда рублей. Большая часть – средства регионального бюджета. В целом же общий объем финансирования по сравнению с прошлым годом в Нижегородской области вырос на 140 миллионов рублей. Сергей Щеплягин. Время новостей.